Хотел структурировать знания по ОКТ. Я уже работаю с ОКТ и хотелось углубиться в патологии, увидеть современную диагностику, как это происходит в центре зрения. Да, совпали, абсолютно. Для меня показатель хорошего курса — это то, что ты не боишься задавать вопросы, не боишься показаться глупым, а преподаватели всегда с радостью на них ответят. Это в этом плане ожидания на 100% совпали с реальностью. Больше всего понравилось, что преподаватели, как практикующие врачи, готовы делиться фишками, которые самостоятельно очень тяжело извлечь из литературы, ну и даже в собственной практике найти. Много было клинических случаев, много разборов, которые помогут в дальнейшем работать со своими пациентами. Ну, все было очень доступно, все было понятно, были приведены современные классификации. 10. Мне все понравилось. Да, я думаю, обязательно порекомендую, чтобы все посмотрели на уровень самого центра и на подачу материала. Ну, это очень здорово, поэтому обязательно порекомендую. Я в целом очень довольна от курса и обязательно буду записываться на все последующие. Ну, та информация, которая подавалась, она была очень структурированной. Очень радует, что после курса останутся материалы, которыми можно будет пользоваться. Поэтому, конечно, я буду и коллегам рекомендовать и пользоваться этим активно в своей практике.